Всем привет, меня зовут Марьям, и сегодня я снимаю видео на тему тег знакомства, мое первое видео. В этом теге будет 10 вопросов, на которые я буду отвечать. И первый вопрос, твое имя, меня зовут Марьям. Второй вопрос, в каком городе ты живешь и сколько тебе лет? Я живу в городе Астрахани и мне 12 лет. Третий вопрос, на какую тему ты будешь снимать свои видео? Я буду снимать на разные темы, теги, влоги, челленджи, будет принят, вопрос-ответ и так далее. Четвертый вопрос. Как часто будут выходить твои видео? Мои видео будут выходить раз в неделю, а если получится, то 2 раза в неделю. Пятый вопрос. Есть у тебя ник, если есть, то его значение? Нет, у меня нет ника. Мое название канала, это мое имя Марьям и моя фамилия Якубова. Шестой вопрос. Почему ты решила снимать видео? Я решила снимать видео, потому что я хотела себя попробовать в чем-то новом, развиваться в этом. И плюс мне очень нравится монтировать и снимать видео. Седьмой вопрос. Пробовала ли ты себя в съемке видео? Да, я пробовала себя в съемке видео. Я снимала пробные видео, я их монтировала и снимала для себя, но не выкладывала в YouTube. На какой устройстве ты будешь снимать свои видео? Я буду снимать свои видео на телефон. Вопрос. Как я узнала о YouTube и кого смотрю на YouTube? Я узнала о YouTube 3 года назад и кого там смотрела вообще не помню. А сейчас смотрю очень много блогеров, и у меня самых 2 любимых блогера. Это Катя Адушкина и Варя Степанова. Пятый вопрос. Передай тег другому начинающему видеоблогеру. Я передаю тег Марис Эдитс, Хэндбэк Виспарина, Каратедо, GTA San Andreas. Если понравился видео, то ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. Всем пока!